Все, сука, идет робот. Смотри, идет пиздаки бить с челом. Да вы не смейтесь, он реально так играет. Короче, сейчас я самолет тогда сделаю. Да. Ну, мне кажется, у меня все получится. Да че он криво становится, я не понимаю. Да че за хуйня? Ну почему ты кривой? Как можно, блядь, кривой нос сделать? Че это такое? Он че кривой, блядь? А, я понял. Он кривой и есть сам по себе, он называется. Боже, даже такой. Ты нежно играешь. А, вот ровно, блядь. Новичок? Извиняюсь. Ты новичок? Я извиняюсь, это я. Что? Ничего. Ну, блядь, натупил я, что здесь не почитал. Итак, смотря. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Кролик. Так, почему вот я не могу... Почему я не могу их узета? Я хочу их перевернуть, понимаешь? Почему оно, сука, вот так вот ложится, а не прямо становится? Что нажать? Что нажать, чтобы они прямо становились? Что? Почему они так вот положились? Что нажать, чтобы они ровно встали? Ага. Угу. Ну как-то... Ну пусть будет так, пофиг. Пусть будет так. Во, смотри. Солнечную батарею поставлю. Две таких маленьких, пусть заряжается. Антенны пусть будут, потому что телек, может, кто-то будет смотреть на борту. Маленькую поставить, так вдруг кто-то там захочет посмотреть Скобееву. Ну все, в принципе, ну-ка давай попробуем, что получилось. Надеюсь, правильно топливо подобрал. Блять, что-то, по-моему, неправильно здесь. Что-то как-то вообще техника, она не идет. Ну, прям вообще не то пальто. Тяжелая, пиздец, она не взлетит. Главное было колеса убрать. Слышь, что? Я, конечно, сливочный, понимаю, ты, что IT-конструктор создал сейчас такие шедевры. Кентавры, гараж из шлакоблока. Но скажи, нахуй ты приебашил воздушный тормоз за стойкой шасси? Ты новичок? Нормально все. Я знаю, что ты хочешь нож в КС-ке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гораздо. Гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Так, антенну убираем, потому что перевес идет. Я не могу понять, в чем концепция. Да что такое? Ля, ебать, конченый, а? Не, погоди, я что-то не понял. А, колеса. Смейся и шаг. Походу вот тут надо их поставить. Ладно, ну попробуем. Да нахуй не обучение, а чё, лох? Блять. Вот так вот. Да нахуй тут нужен, а? О! Ну-ка. Сейчас аппарат почувствую. Да че он так плохо идет, я не понимаю. Как колеса крутить, они не крутятся. Давай, родной, давай, толчок, блядь.
Надо скорость больше, да, походу? Ну-ка. Сейчас, может, попрет. Опа! Все, отрыв, отрыв. Странно, блин, но тут же все баки не такой формы даже, которая мне надо под кабину, чтобы красиво, ну, было. Реактивный движок, понятно, мы сейчас найдем, они тут добрый есть. Добрый вечер. Меня зовут Коля. Мне срочно Коля, нужно привет. Вывести каловые массы за пределы планеты Земля. Япончик. Сколько это мне обойдется? Лё, ебать, а выглядит-то как охуенно. Не, согласись. Ля. Не, а чё ля? Колеса сделать и все. Ты чё, ебнутый? Что ты там делаешь? Ля. И все теперь. А теперь вот такие движки поставлю. А, нет, еще воздухозаборник надо. Вот так вот, допустим. Опа. Не, некрасиво. Вот так. Во, смотри. Во. Вот это другое дело. Так. Ну-ка. Теперь шасси. Что за хуйня сейчас происходит? Я не знаю, это странно и очень интересно, я оторваться не могу. Хуй это ты! Ебать, это чё? Смотря. Отрыв! Отрыв, родной! Давай, давай, отрываем! Отрыв, хуила! Отрыв! Отрыв имеем! Не, погоди, в чем проблема? В чем? Почему он не отрывается? Чего не хватает? Крыла какого-то? Ебать, это что? Ну-ка, пуск. Ебать, да ну нахуй! Блять, стой, 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 стой! Стой, 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 блять! Погодите, я переборщил с крыльями, по-моему. Я чуть переборщил, по-моему. Слишком огромные они. Я не чувствую так аппарат. Блять, да вы не смейтесь, он реально так играет. Япончик. Ладно, надо крылья другие сделать. О! Отрыв! Отрыв, девочка! Отрыв, малышка! Давай оторвемся, родная! Давай, давай! Аппарату, к аппарату привыкать. Что происходит на голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? Их нельзя просто спросить. Сейчас что сделаем. Он? Давай, аппарат, не подведи. Не подведи, родная. Давай, 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 оторвайся, малышка! Е-контакт! Давай!
Ласики, гойда! Ля, сука! На изичах пошло. Красиво, блин. Эй! Да, блядь! Чё-то как-то не совсем. Эй! Ты чё? Аппарат работает! Ля, сука! Она летит, эта техника, я в ней уверен на 100%, что надо. Из точки А в точку Б долетит 100%. Надежно, как БМВ. Всегда приедет туда, куда нужно, пожалуйста. Жми шенку, пожалуйста. Смотря. Вот это я, которая сижу, видишь, справа. А слева это пена. Раздвигай свои ножки. Блять, аппарат падает. Пиздец. Пацаны, аппарат теряется. Мама! Блять, утонула техника. Где я? Не понял, люди живые. В смысле, где я? Не понял я. В смысле? Смотря. Петля. Смотря. Смотря, смотря. Видал? Ты можешь так верторомашками летать? Моя техника может верторомашками даже. Там вот говорят, типа, посади теперь аппарат, смотри. Блин, а что-то не могу, блин. Сейчас. Блять, мама. Колеса! Сейчас, сейчас, сейчас. Как взлетел, так и сел. Надо привыкнуть к аппарату. Посадка-то самая сложная вообще-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, такое чувство, что ты новичок, что ли? Ты впервые запустил, ну, новичок? Да что ты делаешь, дурак? Ты новичок? Это воздушного тормоза не хватает. Плюс реверсивное движение. Блять, если бы знал, где реверс. Не, разгоняется, конечно, сильно. Реально. Угу. Так. Сейчас. У меня воздушного тормоза нет. Как мне тормозить, блин? Мне надо так вот долго лететь с поднятым носиком. А я не могу, блин. Тяжелый аппарат. Мне надо носик, чтобы больше, ну, поднятый был. Чтобы я мог тянуть дольше технику в воздухе. Он так, наверное, не взлетит. Смотря. Дядь. Ебать. Слушай, а может верхний движок потом уже включать, когда аппарат взлетит? Ля, сука, идет робот. Смотри, идет пиздаки бить с челом. Смотри, смотри. Смотри. У, сука. Тварь, да, сука? Смотря. Ля, сука. Да ему вообще похуй. Ля, ты как это включилось? Реверс включился, да нахуй. Реверс включился сам, блядь. Вот это аппарат, да, сука? Ты чё, блин?
Так, подожди, да. Ну-ка, сейчас надо вперед колесо поставить. Он тогда будет на колесо давить и вперед прям ехать. Ща. Смотря. Вот сюда. Вот так вот. Во, смотря. Смотря! Смотри! Давай, родной! Давай, блядь! Опа, изи! Не, ну согласись. Ля, сука. А давайте еще два двигателя добавим. Чтобы еще техника мощнее была. Сейчас, брат. Пошло, пошло. Давай, аппарат, давай, ты сможешь. Давай, родной! Сейчас, сейчас, пацаки, почти, почти аппарат пошел. Давай, давай, родной. Давай, давай. Изи. Да, сука. Сосать. Илон Маск, иди нахуй отсюда. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, погоди, блядь. Родной, по-моему, чуть-чуть ты сбился с пути. Куда? Не-не, ну на... Не-не, пацаны, прыгайте, блядь! Сейчас привыкну к аппарату. Сейчас, сейчас просто привыкнуть надо. Управление тяжелое уже, такие движки тяжелые все-таки. Блядь. Что-то отпало. Что отпало? Блядь. Блядь. Давай, родной, ты можешь.